Генеральный партнер программы – акционерное общество «Банк Кассанова». Паскаль, поступила онлайн-заявка на кредит. Отлично, за работу. Нужна волшебная карта. О-о-о, максимальная сумма до 3 миллионов тенге. Минимальный пакет документов. Беспроцентный период до 50 дней. А главное, удобные процентные ставки. И не забудь доставить карту прямо в руки клиента. Кассанова. Быстрый, комфортный, твой. 595. Звонок с мобильного бесплатный. Здравствуйте, в эфире «Деловые новости». В студии работает Владимир Беляков. В этом году большинство нефтедобывающих стран мира не сможет достичь сбалансированного бюджета при текущих ценах на нефть. Такой вывод, по сообщению Интерфакса, приводится в исследовании международного рейтингового агентства Fitch. В самом лучшем положении оказался Кувейт. Для того, чтобы доходы бюджета совпали с расходами, стране достаточно среднегодовой цены Brent на уровне 45 долларов за баррель. Катару для этого потребуется уровень в 51 доллар, Республике Конго – 52 доллара. Для большинства стран-экспортеров нефти предпочтительная цена в диапазоне от 60 до 80 долларов за баррель. Для России этот показатель составляет 72 доллара, для Казахстана – 71 доллар за баррель. По прогнозам агентства, Brent в 2017 году будет стоить в среднем 52,5 доллара за баррель. С начала года средняя стоимость барреля нефти этой марки составляет около 55 долларов. При этом аналитики Fitch считают, что высокие запасы и потенциал сланцевого производства нефти в США сдерживают восстановление рынка. Цены на нефть, как отмечается в прогнозе, могут рухнуть в 2017 году до 35 долларов, прежде чем постепенно будут расти в течение следующих нескольких лет до 65 долларов за баррель. В рамках программы приватизации, которая оценивается в 67 миллиардов долларов, акционерное общество Фонд национального благосостояния «Самрук Казына» продал более 120 малых и средних фирм через электронные торги и готовит к продаже крупные компании, пишет Reuters. Как отмечается, управляющий директор по оптимизации активов фонда Берик Бисингалиев отказался назвать имена покупателей, лишь уточнив, что процесс продажи малых и средних фирм фонда должен быть завершен к 2018 году. По его словам, из 172 изначально предназначенных для продажи через онлайн-аукцион компаний остается еще примерно 35-40. Некоторые небольшие компании были ликвидированы, сообщил он. Теперь, как уточнил Бисингалиев, акцент смещается на более крупные компании в активах «Самрук Казына», в том числе «Айр Астана», «Казатомпром», «Самрук Энерго» и «Казмунайгаз». Причем окончательное решение о том, будут ли акции компании открыто размещены на фондовой бирже, все еще не принято. Второй исламский банк появится в Казахстане в ближайшее время. Казахстанский коммерческий заманбанк в ближайшее время приступит к работе в качестве исламского банка. Об этом в интервью РИА Новости сообщил директор департамента методологии финансового рынка Нацбанка Республики Нурлан Абдрахманов. В ближайшее время на рынок исламских банковских услуг планируется выход банка АО «Заманбанк». Этот банк начнет оказание банковских услуг в соответствии с принципами исламского финансирования после завершения процедуры конвертации из классического в исламский банк, сказал собеседник агентства. По его информации, в настоящее время в Казахстане функционирует исламский банк «Аль-Халяль», объем активов которого по состоянию на 1 января 2017 года составляет 0,08% от общего объема активов банковского сектора республики. Исламский банкинг прежде всего предусматривает отказ от взимания судных процентов, а также оперирование средствами, полученными от индустрии низменных удовольствий, к примеру, от производства и потребления алкоголя и табака. И полезная информация от нашего партнера. Удобный депозит банка «Кассанова». 14% ГСВ, бесплатное онлайн-пополнение с карты любого банка, снятие с депозита онлайн-переводом на карту, конвертация 24 часа. Обращаться по адресу проспект имени Алии Молдагуловой, 44. Это в бизнес-центре «Ренессанс». Дополнительную информацию можно получить по телефону 595-595. Это были деловые новости. Всего вам доброго и до свидания. Генеральный партнер программы – акционерное общество «Банк Кассанова». Быстрые кредиты без залога для действующего бизнеса. Под обороты в любом банке. Овердрафт от банка «Кассанова» за 3 дня. Сумма кредита до 40% от среднемесячного оборота. «Кассанова Банк». Быстрый, комфортный, твой. 595. Звонок с мобильного бесплатно.